Праздник с емким и громким названием «Фестиваль уникальных людей» состоялся. Третий год подряд в Центре культуры и отдыха в честь Дня инвалидов организовано торжество для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В этот раз на праздник съехались больше 700 человек со всего региона. Никакой изоляции от общества или обособления. В гостях, наряду с больными детьми, обычные школьники. Таким людям относятся с брезгливостью. Их не замечают, их обходят стороной, или вообще даже была ситуация, что их выгоняют из кафе, ресторанов и кино. Такие мероприятия, думаю, нужны для социализации таких ребят, чтобы их поняли, увидели, начали с ними общаться, ведь им нужно именно общение. Это самое большое, что им нужно. Именно общение дает им развитие и шаг становиться здоровыми людьми. Перед концертом все желающие могли присоединиться к флешмобу, организованному мамами особенных детей. Женщины активные и веселые, танцуют и поют вместе со своими чадами. Флешмоб под названием «Не молчи» считают призывом. Семьям с проблемными детьми нужно объединяться и по возможности дружить. Мы проходим такие этапы, я прошла через них, мне страшно. И я хочу, чтобы у некоторых мам, которые сейчас это увидят, быстрее прошел этот период. Вот период замыкания, период страха, одиночества, что они одни в такой беде. Нет, выходите, мы всем покажем, что можно жить активно, весело. В зале нет свободных мест. На сцене награждение победителей конкурсов, олимпиады, соревнований. Ограниченные возможности не мешают ребятам достигать больших успехов. 3 декабря мы воспринимаем даже не как Международный день инвалида, а как повод еще раз насладиться тем, что вы можете, тем, что вы еще сможете сделать в этой жизни. В этом году организаторы решили привлекать к выступлениям инвалидов. В каждом коллективе, появляющемся на сцене, будь то музыкальный, танцевальный или театральный, обязательно есть 1-2 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Очень надеемся, что это сотрудничество будет не только вот такое кратковременное, что вот они, готовясь к фестивалю, приняли таких детей в свой коллектив и подготовили номера, но что это сотрудничество будет долговременным, что не один ребенок и не два вольются в состав уже действующих, успешных, активных коллективов и смогут себя реализовать. Инвалидность – не преграда на пути к творческому развитию. Герой сегодняшнего праздника – главное тому подтверждение. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.